Так, друзья, как нас слышно? Дайте обратную связь. Как нас видно и слышно? Так. Ну-ка, Анечка, давай двигайся сюда. И я вот. Все, нас прекрасно видно и слышно. Нас в эфире сегодня двое. И вещает сегодня Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре. Но мы не будем всех задерживать и не будем сильно ждать. Мы поставили запись, поэтому все, кто опоздает или кто не может сейчас присутствовать с нами, они посмотрят наш вебинар в записи. Я всех приветствую, кто нашел время сегодня подключиться с нами. И хотела бы вам рассказать о чем. Совсем недавно в городе Комсомольске-на-Амуре прошло мероприятие по здоровью. Называлось оно «Лето – это маленькая жизнь». Мероприятие у нас прошло небольшое, но очень была теплая обстановка. Мы много делились отзывами. Отзывов было достаточно много, кто получил какие результаты. И вот среди отзывов самым ярким был отзыв нашей Ани Бадигиной. Это лидер города Комсомольска-на-Амуре. Я вот ее сейчас вам представляю. У нас на экране двое. Аня у нас, она с моей командой. И я не представилась. Меня зовут Виктория Фатеева, город Комсомольск-на-Амуре. Она с моей команды. Она держит агентские пункты. На сегодня она лидер с объемом своей группы 600 баллов. И сегодня у нее впервые вот это выступление на вебинаре. Поэтому прошу поддержать Анютку. Вот. Да, громкими аплодисментами, возможно, какими-то комментариями. Вот. Но надеюсь, что вам понравится Анина выступление. Аня будет делиться своим отзывом по молекуле Force. То есть Аня у нас не доктор. Да, совсем не доктор, но у нее очень хороший результат, поэтому хочется этот результат показать и вам, рассказать, как, что она добилась. И сильно не буду задерживать внимание, передаю просто камеру на Аню. Она сама все про себя скажет. Добрый день, да, меня зовут Анна Бадигина, я консультант компании «Фабервик» уже более 10 лет. Сейчас я являюсь лидером 9%, и вот в основном всегда делаю свои заказы 50, 100 и 150 баллов. Честно говоря, оформляю эти заказы достаточно легко, ну и, конечно же, благодаря именно продукции для здоровья. Это в основном травяные чаи, функциональное питание, но на первом месте у меня всегда стоят БАДы. Для чего нужны БАДы? Ну, во-первых, чтобы скорректировать нехватку микроэлементов и витаминов при неправильном образе жизни, при неполноценном питании и при так называемом переходном возрасте. Да? То есть сразу хочу сказать, что действительно правильный образ жизни вести у нас не хватает ни времени, потому что мы все взрослые, работающие, здоровые люди, как нездоровые. Нет, конечно же, здоровые люди. Ну и полноценно питаться, это достаточно сложно в наше время. Чтобы скорректировать нехватку в организме необходимых веществ, при активном занятии спортом, у нас есть такие люди, кто старается заниматься активно спортом, и, соответственно, им в первую очередь нужно восполнять необходимые организму микроэлементы и витамины, при возрастных изменениях различных, ну или чтобы сбалансировать питание в любое время и в любом возрасте для правильного функционирования всего организма. Многие из вас уже хорошо знакомы с нашей продукцией, и в том числе с биологически активными пищевыми добавками, такими как омега-369, артрофорте, витамин D3, ньютоник, живица, L-карнитин, различные маслорастительные смеси, такие как мастоп, комплекс коэнзим Q10. Но сегодня я хочу рассказать вам о совершенно новом, уникальном продукте, над которым работали с 2019 года совместно лаборатория научных разработок компании Faberlic и американская лаборатория Life Labs. Это крупнейшая компания в области разработок БАД в США.
Молекула ФОС – это линия биологически активных добавок для комплексного воздействия на каждую систему организма. В ее основе лежит биодоступность растительных ингредиентов, усиленная компонентом биопирин. Биопирин – это запатентованный экстракт плодов черного перца, усиливающий усвояемость биологически активных веществ более чем в 30 раз. Это происходит потому, что биопирин улучшает состояние капиллярного кровообращения, в первую очередь тонкого кишечника. То есть мы влияем не на само вещество, которое даем в БАДе, а на состояние самой слизистой нашего кишечника. В январе месяце, когда стали доступны нам к заказу новые вот эти вот уникальнейшие комплексы БАД, я открыла каталог и столкнулась немножко с непониманием, потому что ассортимент достаточно большой, с чего начать? С очищения организма и нормализации пищеварительной системы, или с поддержки иммунной системы, или с поддержки нервной системы, или начать с эндокринной системы. Дилемма у меня стояла очень трудная. Как выбрать и с чего начать? Так. Оказалось, для того, чтобы выбрать подходящий именно вам продукт, создана специальная программа по самодиагностике и самоназначению, которая позволяет составить программу индивидуальную приема БАДов на один год в трех вариантах – минимальный, оптимальный и максимальный. Вообще особенность линейки Molecula Force является системный подход. Все БАДы скомпонованы по регулирующим системам организма. Это нервная система, эндокринная система и иммунная система. Эти системы являются главными в формировании функционирования всех систем клеток, тканей и органов в нашем организме. Отдельно еще выделяется система органов и тканей. Это мышцы, скелетные кости, суставы, сердечно-сосудистая система, пищеварительная, мочевыделительная, репродуктивная система. И в отдельную группу вынесены БАДы общего назначения. Это антиоксидантный комплекс и комплекс детокс. Вот. Я легко прошла диагностику с помощью QR-кода. Сразу оговорюсь, если у вас трудности с QR-кодами, и вы не понимаете, что это такое и как ими пользоваться, то достаточно просто набрать в интернете на поисковой строке «Faberlic Molecula». Прям русскими буквами набираете «Faberlic Molecula», и вы сразу попадаете на платформу, где легко можете пройти тестирование. Причем это не занудный квест, где вы там тыкаете и ничего не понимаете. Здесь все очень грамотно, четко, понятно и легко. Тест содержит 29 вопросов. Если вы сомневаетесь, нужно вам это или нет, просто попробуйте. Я вас уверяю, каждый вопрос из теста заставляет задуматься, есть ли у вас на самом деле проблемы, или вы их выдумываете, примеряете на себя чужие какие-то болячки. Услышали там, вот у моей соседки заболела нога, оказалось, у нее там был тромб оторвался, у нее инсульт. Вот, и начинаете выдумывать себе различные болячки, искать, ходить по врачам, по поликлиникам, по нашим. Сдавать кровь и жаловаться на врачей, что они ничего у вас не могут найти, потому что вы сами не понимаете, что у вас болит на самом деле. Так вот, тест пройдите, и все сразу станет ясно вам и понятно. Итак, внимательно изучив предложенную мне минимальную программу, я не стала сразу бросаться в омут головой, я решила взять минимальную программу, и начала я с общего состояния организма. И первый продукт, который я начала принимать, это антиоксидантный комплекс. Антиоксиданты считаются одним из важнейших и мощных факторов воздействия на общее здоровье. Они защищают организм от свободных радикалов, повреждающих клетки и вызывающих преждевременное старение. Содержат астаксантин из натуральных микроводорослей и витамины С и Е, экстракты черники и ягод асаи, которые обладают мощными антиоксидантными и антивозрастными свойствами. И, конечно же, биопирин для усиления усвояемости всех этих компонентов. Ну, в январе после праздничных гуляний мой организм вообще был в шоке. Вот, и
когда я начала принимать именно антиоксидантный комплекс, я с легкостью перенесла все простудные периоды и поняла, что результат есть, и он очень хороший. И сразу же в январе я в новом каталоге заказала дальше уже поддержку эндокринной системы, поддержку репродуктивной системы, мультивитамины для женщин и мультивитамины для мужчин до 40, это я для сына. Выписала, потому что я решила, что если уж я поддерживаю свое здоровье, то и мои родные должны также поддерживать свое здоровье. Дело в том, что вот буквально в ноябре 22 года я проходила профосмотр на своем предприятии. Ну и терапевт назначил мне достаточно обширное обследование УЗИ, потому что мне как раз-таки 45 лет. Вот. Ну и гинеколог также назначил мне УЗИ-обследование. Ничего страшного, конечно, кроме возрастных изменений, не было выявлено, но врач, которая проводила УЗИ, она меня предупредила, что я уже нахожусь на пороге угасания женской репродуктивной системы. И процессы эти уже необратимы, и никакие гормональные препараты мне уже не помогут. Это, конечно, были первые звоночки, когда уже нужно было задуматься о состоянии своего организма. И действительно, вот в течение следующих 3 месяцев мой организм стал впадать в анабиоз, я стала ощущать совершенно невероятные изменения своего состояния, у меня появились приливы. Это такая страшная вещь на самом деле, когда на улице минус 30, а ты идешь, у тебя все, пот с тебя градом течет, ты вся мокрая, и когда у тебя резко вот на пустом месте понимаешь, что у тебя подскакивает какое-то давление, ты краснеешь вся, и вот состояние такое, что выпрыгиваешь просто из себя вот наружу. Вот, и, конечно же, у меня вот сразу как-то и на лице это все стало отображаться, появились какие-то отеки, одутловатость. Я смотрю на себя, думаю, боже мой, какой кошмар. Совершенно стареющая женщина, вся такая вот прям вот грустно было смотреть на себя со стороны, понимать, что я себе не нравлюсь совершенно в зеркале. Вот. И, конечно же, думаю, ну все. Это уже наступила старость. Она подкралась как бы потихоньку, незаметно. Вот. Ну и, в общем, когда в январе я пропила антиоксидантный комплекс, и как-то сразу ощутила, думаю, результат есть, и начала сразу же принимать вместе 2 комплекса. Это поддержка репродуктивной системы и поддержка эндокринной системы. Ну, на самом деле, вот слушая уроки Александра Дегера, я поняла, что сами по себе эти препараты нужно принимать по отдельности, потому что и в том препарате содержатся практически похожие составы, да, и фитопрогестероны, вот эти вот все. Вот. И, в общем-то, я поняла, что нужно было как-то либо по очереди, но я для своего организма сделала просто такую шоковую терапию, чтобы, видать, вот встряхнуть его, как-то сказать ему, хватит расслабляться, давай в бой. Вот. И я сразу вместе пропила 2 этих комплекса. Соответственно, принимать его очень легко, всего лишь 2 капсулы утром. Выпил, запил водичкой и пошел. В общем, я выпивала 4 капсулы утром и в бой. Вот. Поддержка эндокринной системы для женщин, это артикул 15.682. Можно принимать во всех возрастных группах, при всех видах нарушения цикла, при первых симптомах менопаузы, при осложненном климаксе и любых других фоновых изменениях и заболеваниях. В составе его фитоингредиенты, которые нормализуют нервную регуляцию гормональных каскадов, именно вот каскадов вот этих, снижают возбуждение, подавление, чувство голода, они модулируют эстрогеновые рецепторы. БАТ обладает высокой активностью в регуляции метаболизма эстрогенов и гестогенов. В составе его экстракт семян пожитника, в том числе фитоэстрогены сапонины, тригонилин, дииндолилметан. Ну, в общем, состав такой достаточно сложный. Семена пожитника вообще помогают снижению уровня сахара в крови, что способствует регуляции давление, стабилизирует, кстати, еще работу желудочно-кишечного тракта. Порошок фукуса способствует правильной клеточной регенерации, поддерживает здоровую иммунную функцию. И экстракт листьев зеленого чая.
Он помогает поддерживать здоровье тканей, нейтрализуя свободные радикалы, а также помогает сохранять здоровую реакцию на метаболический процесс. Ну и, конечно же, экстракт плодов черного перца, который усиливает впитываемость всех этих составляющих. Основные свойства этого БАДа – это поддержать всю эндокринную систему, нормализовать гормональный фон у женщин, способствует он правильной клеточной регенерации и усиленная в него еще детокс-формула для синтеза эстрогенов. Вот такой вот прекрасный, шикарный просто продукт. Ну и второй продукт, который я принимала совместно, это поддержка репродуктивной системы для женщин, потому что как бы мне хоть и 45, а ребенка я еще хочу, вот честное слово, как бы можно еще и родить. Был бы человек хороший рядом. Вот так вот. Вот поддержка репродуктивной системы для женщин оказывает влияние на женский гормональный дисбаланс, нормализуя его за счет комбинации мощного источника фитогормонов и эпигенетических модуляторов эстрогена. А действующие вещества там, значит, экстракт корней пуэрарии мирифика, фитоэстрагоны, изофлавоны, мироэстрол, деоксимироэх. Ну, девочки, в общем, такие сложные составы, честно говоря, я не врач, не доктор, поэтому мне достаточно сложно воспринимать все вот это вот название, но я хочу сказать, что все это работает и действует. Дальше, смотрите, экстракт пуэрарии вообще это природный функциональный аналог эстрогенов человека, который активирует эстрогеновые рецепторы в центральной нервной системе, в молочных железах и в органах малого таза. А, кстати, как раз-таки вот после 40 лет, да, врач-гинеколог всегда нам назначает обследование, такое обследование, как маммография. И, к сожалению, у многих женщин маммография выявляет различные патологии, да, патологии. Вот. И, кстати, вот именно поддержка репродуктивной системы поможет вам пройти вот этот период, вот эти вот различные заболевания, восстановить свой организм, я надеюсь, прям, ну, не на 100%, но хотя бы на 97% восстановить свой организм. Экстракт листьев зеленого чая мы уже проговорили, что это в нем содержится очень много антиоксидантов, и он ингибирует как раз-таки каскады воспалительных процессов и предотвращает избыточное размножение различных клеток. Поддержка репродуктивной системы для женщин нормализует баланс эстрогенов, нормализует менструальный цикл, подавляет избыточное размножение клеток, ненужных нам совершенно, и подавляет хронические воспаления женской системы. Хочется еще отметить, да, что компания выпускает отдельную линейку продукции для мужчин до 40 лет и после 40 лет, которая направлена на нормализацию нервной регуляции обмена тестостерона. Если у кого-то, может быть, есть такие проблемы, да, с тестостероном, как раз-таки вот для мужчин специально компания выпускает и такие препараты. Профилактика преждевременного старения для мужчин. Не только женщины стареют, но стареют и наши мужчины вместе с нами. Состояние улучшает сердечно-сосудистой системы, восстанавливает синтез тестостерона, нормализует мужскую сексуальность и обеспечивает мощную стимуляцию обменных процессов. Аня, вот я так получилось, что осталась в эфире, хотя не планировала этого делать. Можно воспользуюсь этой ситуацией и задам тебе вопрос. Вот ты провела такую терапию ядерную, да, со своим организмом. Насколько я помню, как ты рассказывала на мероприятии, у тебя все функции женского тела восстановились. То есть ты сейчас полноценная девушка. И вот коллеги пишут мне в чат, что выглядишь ты не на 45. Да ладно. Сегодня у тебя вид все на 30. Спасибо, спасибо. Поэтому я думаю, что это не только восстанавливает наше здоровье, но еще возвращает красоту.
Ну да, красоту. И вот у меня вопрос в связи с этим. На сегодня, в первый раз ты вот эти два препарата пропила? Да, шоковая терапия. Назовем ее шоковая терапия. Ты их пропила когда? А, в январе месяце. В январе. Сегодня уже июнь месяц, последний день июня. Да, еще раз ты пила вот эти, возвращала? Да, конечно, конечно. Смотрите, я, кстати, я еще хочу отметить сразу, что я как раз-таки в связи с этими вот функциональными своими изменениями моего организма, я стала страдать достаточно повышенным артериальным давлением, то есть это буквально доходили 140 на 180, очень высокое давление, это головные боли, это шум в ушах, это прям, ну, соответственно, отсюда же и тошнота, и головокружение, и вот эти вот состояния ужасные. Сейчас у меня нормализовалось, совершенно просто нормализовалось артериальное давление. Ну и, конечно же, улучшилось состояние ногтей и состояние волос. То есть волосы как раз-таки перестали сыпаться. Вот это вот наша вечная проблема девочек, когда ой, волосы сыпятся, пошла голову помыла, и во вся ванна у вас там все волосы там остались. Вот, все замечательно, все прекрасно. И вот сейчас-таки как раз я какой результат получила? То есть в марте месяце у меня полностью, вот в январе я пропила шоковую свою терапию, в феврале ко мне пришли мои долгожданные... Здоровье восстановилось, да? Да, в феврале у меня совершенно полностью восстановилось здоровье, все стабильно, все замечательно, все прекрасно. Как с давлением? Давление стабильное, 120 на 80. Вот, то есть, как бы я вот на сегодняшний день я чередую. То есть я сначала пропиваю, покупаю один бат, пропиваю его, делаю перерыв примерно 2-3 недели, и далее уже пью. Ну, то есть, допустим, если я сначала репродуктивную систему пропиваю, делаю перерыв, потом эндокринную систему. То есть я вот их потихонечку чередую, ну и, соответственно, еще добавляю витамины для общего такого, скажем, укрепления организма. Можно вопрос, а вот перерыв ты какой-то у тебя системный перерыв или так вот как душе угодно? Да как душе угодно, честно говоря. То есть я не системная девочка совершенно, поэтому вот как-то делаю перерывы так вот. Просто баночка, она получается 60 капсул, да, на 30 дней. То есть 30 дней я пропила, дальше 2-3 недели я отдохнула, как раз-таки успела оформить новый заказ, со скидочкой выписать очередную баночку себе, вот, и уже там дальше пью их. То есть, естественно, останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Я, естественно, до конца года буду продолжать принимать наши БАДы, потому что я вижу результат. Результат мне очень нравится, и есть силы, есть желание двигаться, там, танцами заниматься. Здорово. Записались мы на танцы, да. Какой здоровский у нас еще тут получается сопутствующий результат, да? Да. Вот. Ну, в принципе, у нас маленький вебинар, уже 25 минут мы вещаем в эфире, и я думаю, что мы рассказали, и люди поверили, что действительно оно так, результат. Аня, ты еще что-то хочешь добавить? Да, я хочу, девочки, еще добавить, что, естественно, чтобы понимать, к чему дальше идти, да, как строить свое оздоровление, да, оздоровление своего организма, я еще раз прошла тест заново, потому что, естественно, когда я проходила тест, у меня были совсем другие ответы, сейчас я заново прошла тест, и уже у меня как бы, немножко перестроилась моя программа, вот, и для того, чтобы более правильно понимать, что и для чего, какой БАД для чего нужен, я постоянно прослушиваю, переслушиваю по несколько раз видеоуроки Александра Дегера, внимательно их слушаю, конспектирую, записываю каждое слово, для чего, почему и как, какой состав, для чего, что за трава такая, потом в интернете ищу эти травы, чтобы, ну, опять же, и для себя мне это нужно, и для того, чтобы рассказывать своим консультантам, чтобы было понимание, да, что это не пустышка какая-то, что там не просто какой-то порошок, да, а что это действительно очень сильные натуральные вещества, которые полноценно дают результат, дают полноценный стопроцентный результат.
Именно так. Спасибо тебе огромное. Друзья, ну, я думаю, что на этой позитивной ноте мы с вами сегодня закончим. Я от всего нашего большого коллектива Сибири и Дальнего Востока благодарю Анну за ее сегодняшнее выступление, что она не постеснялась, да, выступить и рассказать вот, свой отзыв нам всем, потому что тема очень деликатная, о которой не каждый сможет вот просто говорить, а тут еще и в эфир вещать. Поэтому, надеюсь, всем будет полезен отзыв нашей Анны. Но если вдруг будут у вас еще вопросы, мы рады будем отвечать на них. Мы есть во всех чатах, поэтому к нам можно обращаться. Ну а на сегодня... Минуточку еще, Вик. Я хотела, девочки, еще сказать, что, конечно же, применение вот таких БАДов нужно обязательно для того, чтобы применять такие БАДы, да, усиленно. То есть мне тоже, как говорится, терять было нечего в 45 лет в своем положении. Я уже пошла в бой на риск, грубо говоря. Если девочки молодые нас слушают сегодня, да, то есть там кто также страдает какими-то отклонениями, кто хочет родить ребенка и не может, то, естественно, все назначения БАДов это только после консультации, да, со своим лечащим врачом. Вот, не нужно, конечно же, там, ну, экспериментировать да, со своим организмом, нужно обязательно с головой подходить к своему здоровью. Всего вам хорошего, спасибо. Все, девочки, всем до свидания.